субботу, 2 мая, в Самарской области ожидается малооблачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 22 градуса, ночью 10-12 выше 0. В Сызрани малооблачно, небольшой дождь и гроза. Днем плюс 22 градуса, ночью плюс 10. Ветер юго-восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках, осадки в виде дождя. Днем плюс 21, ночью 12 градусов выше 0. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков. Дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 10. Ветер юго-восточного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.